Всем здравствуйте. В общем, приехали мы с вороном сок выставлять. Бутылочка набежала. Сейчас я поставлю 5-7-литровые бутылки. И вечером, наверное, съезжу уже посмотреть. Вот так вот он. Кричит лебедь где-то, то ли летит, то ли на поле сидит. Сейчас, наверное, я куда-нибудь вон туда приподнимусь маленько, посмотрю животину. Как-то вот так вот. В общем, надо сок-то заготовлять. Кто все еще сидит дома, успевайте. Ну, в общем, что я скажу. Сегодня зверя на одном поле больше, чем за весь день я вчера видел. А проехал я вчера ни много ни мало, около 40 километров. 35-то точно я проехал вчера. Вот так вот. До них это около километра. На максимальном приближении камера. С рогачами напряженка, что я скажу, напряженка. Вчера я видел их, наверное, 3 всего. Большинство это мамки с сигалетками прошлого года. Ну вот так вот. Может, еще вечером что будет интересное. Да куда-нибудь еще съезжу. Если время будет позволять. Как-то вот так вот. Там ворон мой. Стоит, прислушивается. Что-то где-то гудит. Я не пойму, то ли по асфальту, то ли кто-то в лес пытается ехать. Вот так вот же сделаю, в общем, возле саванца себе место. Вот такой зверь вот так вот тут выйдет. Большой. Выглядеть примерно будет вот так же. Метров сколько тут? Ну, 40, наверное, не больше, я думаю. Настораживается. Кто-то где-то рядом есть. Либо зверь, либо пешеход. Хороший ориентир, кстати. Работает безотказно. И видит, и чувствует, слышит далеко. В разы дальше, чем я. Блин, паразит. Вместе с седлом. Вот так вот, кстати, иногда делает. Я наверху могу сидеть. Ощущения непередаваемые. Когда он вот так вот сделает. Отряхнется.
Стоит засранец, отвязывается. Сейчас один раз отвязался. Втихушку. И пошел такой, пошел, да? Зубами сейчас берет узел, вытягивает, потом натягивает, ходит вот так вот зад вперед, его ослабляет. Ну покажи, как ты делал-то, покажи. В прошлом году у него такого не было. Именно целенаправленно развязаться, чтобы... Ух, я тебе. Избаловался, да, ты после зимы? Избаловался. Хоп. Одна сторона отвязалась. Потом потянет. Ну-ка. Потом потянет вот за эту. Вот раз. И все. И потом еще кружочек делает и отвязывает. Да? Морда ты хитрая. Хитрая морда. О-хо-хо. Кусается прямо очень больно, прям палец откусит, палец откусить может, а откусить, да? Хе-хе, засранец, сейчас я дам тебе вкусняшку твою, на. В общем, видео больше про ворона, чем про все остальное, да? Да-да-да, красавец. Все. Вот такие муравейники, в общем, хорошая штука. Если их кормить мясом, то не надо голову там не вываривать, ничего. Ложишь на муравейник, и через какое-то время к ним приезжаешь, они тебе говорят спасибо, и забираешь чистенький, беленький череп. Но это так, к сведению. Поехал, в общем, я дальше.